Всем привет! Самое первое, что можно собирать в лесу весной, это почки сосны. Еще и полностью не сошел снег, а они уже вовсю растут. Правила сбора сосновых почек. С верхней ветки брать нельзя, а все, которые идут ниже, можно брать все, кроме центральной, чтобы ветка продолжала расти. Очень трудоемкий и долгий процесс. А вот самых с нижних веток можно забирать все, так как сосна растет вверх, и нижние ветки у нее отпадают, она их сама откидывает. Вот столько мы уже набрали. Местами еще лежит снег. Почки сосны очень ценятся в медицине, и они оказывают очень положительный эффект на организм. Почки сосны обладают следующими свойствами: противовоспалительными, антисептическими, противовирусными, отхаркивающими, заживляющим, желчегонным и мочегонным свойством. Также восстанавливает хорошо иммунитет, полезно применять при ОРВИ, ОРЗ и простудных заболеваниях. Особенно почки хорошо влияют на дыхательную систему. Тогда, когда есть осложненный кашель, можно делать варенье, запаривать их. Вы были на канале Саня с Алтая. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока, до новых выпусков.